Банде Гуру Пададандам Бхактавиндасаманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранадаям Гопиджана Самаюктам Бриндаваном Манохара Банча Калпатару Вашакипасиндхавача Патитананг Павани Бхавишнавебхьо Намо Нама Мукам Кароти Вачалам Пангунглам Хайтигирим Яткипатамаханг Банди Парамананда Вадавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кесава Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Весам Тато Джайо Мудира Санкиртане Кришна Катхупадеше Гаурия Патрасья Пракасанича Садануракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамадакша Джагод Варуна Дхиям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Титас Падам Сива Виранчинатам Сараньям Витатихам Панадапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранарвиндам Ят Пада Паллава Накачанда Маничатая Биспуриджита Кемапигоповодушу Адарши Пурнанурагара Сасагара Сарамурти Сарадикама и Кадамкипам Каруши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Аджануламбита бхужау канака бодато санкиртанайкавитаро камалаятакшо вишамбаро дижабаро югадхармапало банде ягат приякаро Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара вигуши хитабам бхагам Нараяно приямананга мада пахарам Варанаси пурапати бхаджави шанатам Вагиша джасша бадане Лакшмир джасша ча вакшаши Ясьясте хиде самбит Твам Нисинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Sunnayate Mahagoshtam Girindam Ajogarayate Bhagrotundayate Kundam Jibatur Hitasame Sunnayate Mahagoshtam Girindo Ajogarayate Bhagrotundayate Kundam Jibatur Hitasame Gaudiya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru told. Gaudiya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал служить тем враджавасе, который чувствует огромное чувство разлуки к Кришне. Это наша единственная обязанность. Мы, Гауди, наша единственная цель. Служить тем вайшнавам, тем враджаваси, которые чувствуют огромное чувство разлуки к Бхагавану Шри Кришне. Мы гаудии, и это наша обязанность. И до тех пор, пока мы не способны видеть великолепную красоту лотосных стоп Шрилы Рупа Госвами Пады или Рупа Маджари, до тех пор мы не сможем изменить наше скверное сердце. Гаудия Гоштипати Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупада Джагадгуру сказал, до тех пор, пока мы не изменим наше сердце, до тех пор, пока мы не видим красоту лотосных стоп Шрилы Рупы Госвами Пады, мы не сможем начать подлинный баджан. Мы не сможем достичь успеха в нашем баджане до тех пор, пока мы не способны видеть красоту лотосных стоп, великолепную красоту лотосных стоп Рупа Госвами Пада. До тех пор мы не сможем изменить наше сердце. Что значит такое скверное сердце? Если нет настроения служения внутри нашего сердца, то тогда наше сердце, оно считается скверным. Быть занятым камой. Те, кто отвернулись от Кришны, несомненно, у них есть кама. Те, кто отвернулись от Кришны, несомненно, у них есть кама вожделения. Сегодня день ухода Шрилы Самбанта Гьянаачари Шрилы Рупы Госвами Пада. Шрила Рагхунатдас Госвами, кто Прайоджан Таттвачарья, он плача, говорит. Я практически мертв. И я всегда молюсь Верховному Господу, чтобы я смог обрести место рядом с Гавадхадом. И вот Рагхунатдас с Госвами молится. О, Гавадхан, даруй мне место
чтобы я смог совершать баджан у твоих лотосных стоп. Но этот Говардхан, Гирирадж, Говардхан, он в форме Рагунат Даса Госвами думает, что пока я молюсь о том, чтобы находиться в Раджадаме, я чувствую это чувство Вриндавана, где Бхагаван Шри Кришна, он являет своей лилой с Радхарани, где пасет пастушков, играет, пасет коров с пастушками. Но сейчас я вижу, что все ушло, как будто мое сердце, оно стало пустым. И тот же Вриндаван, те же эти коровы, пастушки, Гочаран Кшетра. И я вижу, что все пусто. Я не могу видеть ничего. И Гирирадж Махарадж, как он хочет сожрать меня в форме питона. Тот же самый Гирирадж. Но сейчас я вижу, как будто он подобен питону, который хочет проглотить меня. Та же самая Радакунда, которая наивысшее место всех Рагануга, Рупануга преданных. Для Гауди Рупануг. Радакунда — это наивысшее место. Для Гауди, для Рупануг. Радакунда — это наивысшее место. Они всегда молятся, мечтают обрести место на Радакунде, но то же самое Радакунда, в которое я 3 раза в день принимал омовение, чтобы выразить почтение Радхарани и обрести прему. Служить Радхарани и служить этой Радакунде — это то же самое. Радакунда, она не отлична от Радхарани. Но та же самая Радхакунда, и сейчас я думаю, что она подобна на, похожа на пасть питона. И вот сейчас я вижу, что моя мечта, та самая Радакунда, о которой я всегда думал. И вот эта та же самая Радакунда, она подобна пасти тигра или питона. И вот я могу вспомнить наставление Шрилы Прабхупады. Как только мы теряем гуру вайшнавов или связь с ними, то все в нашей жизни приходит к концу. Рагунат Дас Госвами плачет и говорит, поскольку Шрила Санатан Госвами оставил этот мир. Рагунат Дас Госвами плачет, поскольку Рупа Госвами оставил этот материальный мир. Без лотосных стоп Рупа Госвами пада. Без лотосных стоп Санатан Госвами. Рагунат Дас Госвами, он умирает. Он практически безжизненен. Когда Кришна ушел в Матхуру, в Удав Сандеше, можно вспомнить, я говорил об этом, когда Кришна оставляет Вриндаван Даму, то в этом случае Враджаваси не чувствует себя безжизненными. Нанда и Шуда, они плачут все время. Нанда Баба говорит, о Удав, куда бы я ни посмотрел, где Кришна находился, я не могу сдержаться. Я начинаю рыдать. И можно вспомнить, когда я смотрю на этот Говардхан, я вспоминаю все лилы Кришны.
И когда я смотрю на Павансарва, там Павансарва напоминает мне о прекрасных лилах Кришны. Этот Чаранпари, он также напоминает мне о великолепных лилах Кришны, где, как, куда идти. И сейчас я безжизнен. И такова ситуация в Раджавасе. Что значит в Раджавасе? Шрила Прабхупада объясняет без корыстных интересов, без запаха корыстных интересов. Их жизнь полностью посвящена Кришне. Они не хотят слышать ничего о никаких личных благах. Можно вспомнить, когда Дарук в Двараке, он омахивал Кришну, и когда слезы катились, это из-за экстатического чувства, тот Дарук, он гневался. Почему? Это хорошо. Хорошо, что слезы текут из глаз. Это один из признаков любви к Кришне. Но Дарук гневался. Почему эти слезы текут? Они мешают мне служить Кришне, а я не могу видеть Кришну должным образом. Я не могу омахивать Кришну этим апахалом, поскольку плачу в процессе и на пути к служению Кришне. Если какое-то чувство приходит, которое мешает Кришне сыну, то в Раджавасе они гневаются. Они обвиняют Брахму, что Брахма, ты не знаешь, как нужно творить. Ты дал нам всего двое глаз. И в то же самое время эти глаза, они моргают, как же мы можем видеть Кришну непрерывно. О, Брахма, ты глуп, не знаешь сделать, что, не знаешь того, как сделать так, чтобы глаза не моргали. Лучше бы ты дал нам десятки миллионов глаз, чтобы видеть красоту лотосных стоп Кришны, а дал всего лишь два, и то они моргают. И это чувство пришло в сердце Рупы Госвами Пада. Если вы не имеете такое чувство разлуки, это бесполезно для вас приходить сюда. Если у вас нет чувства разлуки, и в тот день я говорил, разлука — это главное на пути в Випраламбхе. Это главное на пути нашего Гауди Бхаджана. Если мы никогда не видели красоту Шри Кришны, если мы никогда не слышали Кришну, если у нас нет любви к Кришне, мы ничего не знаем о Кришне, то как и где, откуда это чувство разлуки может развиться внутри нас? Можем ли мы пойти на рынок и купить это чувство разлуки? Нет. Это глупо. Кешава Госвами Махарадж говорит, согласно вашему Адхикару, вашим способностям, вы должны совершать баджан. Если вы нарушаете ваш уровень, ваши способности, ваш адхикар, то это сахаджи, это признак падшей души. Мы не заинтересованы слушать какую-то такую неавторитетную проповедь. Шрила Прабхупад говорит, я не видел никого, кто по-настоящему заинтересован в сознании Кришны. Последние 40 лет моей жизни я не видел никого, кто был бы по-настоящему искренне заинтересован в сознании Кришны.
И те, кто приходят ко мне, они приходят, они зависят от своего разума, образования, они не зависят полностью от Гурудева. Если вообще они проповедуют, говорят о себе как о проповедниках Гаудия общества, все же они оставляют какую-то пратишту за собой. Они думают, как защитить свою пратишту, они не заинтересованы в ине. Не могут предаться полностью без остатка. Сарвам Гуравейда Дьят, значит, мы должны полностью без остатка предаться Гурудеву. Мы должны обнаружить, что наш Гурупад Падма, он находится у лотосных стоп Радхарани, или Радхарани явилась в его форме. Мы должны подумать. И вот Шрила Прабхупад говорит, те, кто служит Кришне без всяких корыстных интересов, все 24 часа в сутки они игнорируют свою пратишту, свою славу, свои привилегии, свои и все остальное, они отказываются от этого. И они даже отказываются от правил и предписаний, от морали, все. Они бросают это ради служения Кришне. Их преданность, она спонтанна, они искренне служат Кришне круглосуточно. Это один из признаков Ваджаваси. И вот Рупа Госвайпад Ваджаваси Шрила, Санатан Госвайпад Ваджаваси, Джива Госвайпад, они все Ваджаваси Шрила Прабхупад Бхактивинода Тхакур. Наш, большинство из нашей Гурварги, они тоже Ваджаваси. Те, кто хотел утвердиться или исполнять желание Гурупад Падме. Си Чайтанья Манабиштам. Я говорил в тот день, и сегодня я продолжу. Пытайтесь понять. Очень важные, очень сокровенные вещи. Кроме нашего, нашей Гурваги, те, кто следует Рупе Госвамипаду. Я не могу про другую Гурвагу говорить, а вот именно про нашу. Что значит манобишта? Я могу показать, в Упадешамрите Шрила Прабхупад говорит. Подлинный харинам, апракрита шабда брама. Шрила Прабхупад говорит. Подлинная проповедь шабда брама, апракрита харинама, она не происходит. Шрила Прабхупад говорит об этом. Я могу показать свидетельство. Шрила Прабхупад говорит, трансцендентный харинам, его почему не проповедуют славу харинама Прабху? Какая-то проповедь она происходит, но под видом намабхаса, подобия святого имени. Я могу показать. Шрила Прабхупад говорит, что настоящая апракрита харинам прачара не производится должным образом. Не происходит. Намабхас, различные другие вещи происходят. Шрила Прабхупад говорит об этом. И вот мы должны быть очень бдительны. И вот Шрила Прабхупад говорит, в последние 40 лет я не видел никого, кто был бы искренне заинтересован о сознании Кришны. Как
хотя некоторые заявляют, что во всем мире сознание Кришны проявилось. И вот Прабхудананда Сарасвати Пад говорит, я буду говорить об этом. Брахмахам Бхагаватам Баллану Джоромутино. I am Brahma, a laughing. И вот кто-то смеется и говорит, что они Брахма. Прабхудананда Сарасвати Пад говорит такие слова. Вот без намбаджан. Без намбаджана мы никогда не достигнем успеха в своей жизни. И если мы достигли успеха в намбаджане под руководством Рупануга Гурваги, то тогда вопрос Рупануга Баджана возникает. Рупануга Баджана — это не вопрос. Часто под именем Рупануга Баджана какая-то ложная проповедь происходит, особенно теми, кто не следует своей Гурваге. И вот в Випраламбху этот вопрос возникает. Когда вы встречаетесь с Кришной, когда у вас есть возможность услышать славу Кришны все время, у вас есть возможность служить Кришне прямо. И в этом случае, когда Кришна уходит, вопрос разлуки возникает. И поэтому Госвами Пад пишет. Без Випраламбхи мы не можем встретиться с Кришной должным образом. И без не встретившись и не служа Кришне, его хатхи-харикатхи, всему, не имея возможности служить Кришне совершенным образом, слушать Харикатху все время, как мы можем чувствовать разлуку с Ним, если мы не поняли значение лотосных стоп Шри Кришны, Его великолепия, как мы можем чувствовать разлуку с Ним? Это невозможно. То есть, вначале всего мы должны обрести связь с Кришной, чтобы чувствовать разлуку. И потом, когда Кришна куда-то уходит, пропадает, то мы уже тогда будем чувствовать разлуку с Кришной. Когда Кришна ушел из Матхуры, то они чувствуют, что Кришна внутри их сердца, из-за огромного чувства разлуки. И получается, как самбхога, прямая встреча с Кришной. И так или иначе, они чувствует какое-то утешение и поддерживает свою жизнь. Даже Санатан Госвами Пад, он гуру Рупы Госвами Пада. Даже Санатан Госвами Пад, кто из гуру Рупы Госвами Пада, и вот он говорит: «Я Рупануга». Даже Санатан Госвами Пад, кто из гуру Рупа Госвами Пада, он говорит, что я Рупануга. Рагунат Дас Госвами все время плачет. Он всегда думает о лотосных стопах Рупы и Санатана Госвами. Кто говорит эти слова? И вот наш Самбандхагена Ачарья, Рагунатха Дас Госвами, о Рагунатха Дас Госвами, наша Гурвага говорит, Рагунатха Дас Госвами пишет, вот эту прекрасную шлоку он говорит. Рагунатха Дас Госвами плачет. Ты идешь во Вриндаван на Гавардхан. Ты
купил билет на самолет или поезд. Кто-то хочет поехать во Вриндаван. Но Гаур-Кешавдас Бабаджи Махарадж говорит таким образом, мы не можем пойти во Вриндаван. Вриндаван — это не место наслаждения, где можем пойти и отдыхать как-то, наслаждаться чем-то. Нет, без чувства випраламбхи, разлуки, если мы отправимся во Вриндаван, мы ничего не увидим там. Только будем страдать от жары. И ничего не достигнем таким образом. Что мы обретем? Вриндаван — это не место проповеди. Вриндаван — это место, где мы можем обрести вкус к баджану, где все деревья, кустарники, птицы, животные, все они совершают баджан Кришне, осознанно или неосознанно, и это состояние Вриндавана. Как я могу силой войти во Вриндаван? Это невозможно. Как можно с силой попасть во Вриндаван? И Йога Майя говорит, Маха Майя говорит. И вот Маха Майя говорит, что все попытки входа во Вриндаван будут предотвращены. Не пытайтесь силой войти во Вриндаван. Гаур-Кешавдас Бабаджи Махарадж говорит, нельзя поехать во Вриндаван с обратным билетом. И вот можно видеть, что люди часто едут во Вриндаван с обратным билетом, но они глупые, они не знают, как совершать харибаджан. У них нет никакого представления о Рупануга и Рагануга баджане. Они просто глупы. Гуру Варга говорит, Рагунатдас Гасайя, даже обычные враджаваси. Обычные враджаваси, те, кто живут во Враджа-даме, не знаю, Хираваси или Враджаваси, поскольку давно в Скандапуране описывается. И вот в Хастинапуре был некий царь. Джанмиджай. И здесь этот внук Кришны, Враджанабха, был царем в Матхурамандале. И вот он плакал. Парикшит Махарадж он сделал его царем. Джанмиджа и здесь, в Раджа-даме, вот Ваджанабха сделали царем, и Ваджанабха говорит, с кем я буду жить, никого здесь нет. Поскольку, когда Кришна ушел из этого мира, мы знаем, Махапрабху и Харидас Такурани обсуждали, когда Айодхья и Рамачанда ушел, оставив их. И вот в Рамане описывается, Рамачанда ушел со всеми дживами, которые были там. Он возошел в свою вечную обитель. И вот это совершенно сиддханта. Между Махапрабху и Харидасом происходит такая дискуссия о Харидас. Я помню, когда Рамачанда ушел из этого мира, из Айодхи, то всех джив он тоже забрал с собой, да. А откуда эти другие дживы пришли? И Харидас такого говорит, на самом деле те дживы, они ждут, чтобы родиться в, согласно своей прежней карме, с Бхагаваном, и поэтому, а здесь это все еще не пусто.
и так и также были какие-то враживаси. И Ваджанабха говорит, как я могу жить? Ты сделал меня царем в лесу. И в этом случае оттуда, с Северной Индии, с особым подношением. И вот они пришли во Вриндаван, эти хайвасик. То есть пришедшие, а Враджаваси — это те, кто имеют связь с парампарой. И какие-то пришли с Северной Индии. И вот они так, в общем, также стали враджаваси, но не изначальными, а просто пришедшими с Северной Индии, оставшимися там. И вот наш Рагхунат Дас Гасай, он очень заинтересован в том, чтобы выражать почтение тем изначальным враджаваси, которые имеют связь с Кришной. Рагхунат Дас Гасвами никогда не находил никаких недостатков в них. И вот Рагхунат Дас Гасай плачет и пытается... И вот он и говорит такие слова. Я был слеп. Я никогда не хотел обрести такой великолепный вкус баджана. И это мой шикшагуру. Мое сердце, моя душа, Гурудева Татма. Вы слышали? И есть другая шлока, но нет времени ее обсуждать. Гурудева Татма означает сердце и душа Гурудева, Гурудев. Он не отличен от Баладева. И таким образом, если мы подумаем, можем почувствовать и осознать, если можем служить, то тогда можно сказать про такого человека. Так. Рагхунат Дас Гасай говорил, я хотел совершать такой баджан. Я не имел никакого представления о Рагхунагу и Рупануга баджане, и это мой Гурудев Санатан Гасай. Он из силы взял меня и дал мне каплю нектара. Я почувствовал, насколько он прекрасен. Я не смог его осознать. И сейчас я чувствую, насколько великолепен этот нектар. И вот когда я обрел вкус, как здесь в материальном мире, те, кто пристрастились к каким-то наркотикам, они не могут оставить. И просто в материальном мире какие-то скверные вещи. А что говорить о трансцендентном Рупануга Баджане. Если мы обретем вкус к Рупануга Баджану под руководством Санатана Госвами, поскольку все время, все, что он говорит, то, что он делает, сидит, пишет, смотрит, все совпадает, соответствует, все соответствует вечному Враджавасе, поскольку он есть Враджавасе. Полностью он такой же, как они. Шрила Прабхупад говорит, что мы должны быть в полной гармонии. Абсолютная гармония на 100% с Враджадамой. Мы должны быть в гармонии с Враджаваси, и даже все, что у нас есть, может, мы можем видеть или не можем, все,
все должно быть в абсолютной гармонии для Кришна Бхаджана. Враджаваси могут это делать. И вот Санатан Гасай мы можем найти в Саргасвами Аштаке. И много шлок после этого. И вот это прекрасная шлока, это не картина даже, а через эту Саргасвами Аштаку Шринивасачарья, он описал не просто портрет Вриндаван, а как будто непосредственно нас берет и показывает, что происходит во Вриндаване, что делает Гасай. Это не просто образ, а нечто более, нечто большее. Это его прямое чувство, как Шридхар Гасай Махарадж. Он не просто описал Шрилу Прабхупаду в своей Прабхупадаштаке. Это не Сиддхартха Гасай Махарадж, он хотел взять нас и показать, кто такой Прабхупад на самом деле. И вот Сиддхартха Гасай Махарадж, он хотел вложить в наше сердце прямое чувство Шрилы Прабхупады, то, что у него есть, какое чувство по отношению к Шриле Прабхупаде. И он хотел нам дать это чувство Шрилы Прабхупады, показать, кто такой Шрила Прабхупад. И это не просто какие-то стихи. Если у вас есть здравый смысл в баджане, если вы прочтете о вот эту поэму, посвященную Шриле Прабхупаде, то волосы станут у вас дыбом, вы почувствуете, кто такой Шрила Прабхупад, каковы его действия, какие-то глупые люди, которые, несомненно, Майавади, они не одобряют этот киртан, но, к сожалению, мы не можем арестовать их и обличить, что они Майавади. Но такие люди ходят в форме вайшнава и заявляют, что сейчас мы не можем найти никакого вайшнава, как Рупы и Рагунатх. Таких не осталось. Но это глупо. Но глупо утверждать так. Смотрите, Шрила Бхактина такого, он седьмой Госвами, не меньше, чем Рупа и Санатана Гасай. А вы заявляете так. Это, несомненно, доказывает, что такие люди являются Майавади. И как это говорит о том, что у них нет веры в Гуру Варгу, и о них проповедь, и все остальное показывает, что они против Гауди Матха. И как... И такие люди еще заявляют, что они проповедуют сознание Кришны, но если глубоко взглянуть, то здравого смысла в них нет, не то что сознание Кришны. Шрила Прабхупад спрашивает и говорит, что Кришна, сознание Кришны — это не шутки. Шичайтанья Мадхавиштам, это никто не хочет обсуждать эту сокровенную сиддханту. Но если бросите вызов, я могу показать, что, где, когда. Я не рассказываю никаких историй. Шичайтанья Мадхавиштам,
И вот Шрила Санатана Госвами Пад, он хотел утвердить, он хотел исполнить желание Гуранги Махапрабху. Рупа Госвами Пад хотел исполнить желание сердца Махапрабху и Шрила Джива Госвами Пад. Также Рагунатх. Дас Госвами Пад, он хотел исполнить желание сердца Шримана Махапрабху. Шри Чайтанья Чаритамрите мы можем найти множество шлок, которые написал Шрила Сварупа Госвами Пад. Причина, по которой явился Махапрабху, это Нама Санкиртан, да. Мы знаем, это Юга Дхарма, Нама Санкиртан. А другие причины, почему он явился, каковы сокровенные причины его явления, явления Махапрабху. Я много раз говорил раньше. И это сокровенная причина его явления. Кришна хотел прийти сюда прямо и хотел раздать эту Кришна Прему. И раздать Кришна Прему, это было возможно только для Кришны. Кришна Према, вся наша Гурвага, она может дать, мы можем обрести Кришна Прему только по милости Гурваги. И в Чайтанья Чаритамрите говорится, Кришна говорит, что кроме меня, другие аватары Нарсимха, Вараха, Курма, Рама, если не явятся, никто в Раджапрему не может дать. Никто никогда. Это невозможно для них даровать в Раджапрему, поскольку в Раджапрема это уникальное качество Кришны. И поэтому можно вспомнить в Дандакаранье все риши муни, они хотели, иметь такие отношения, близкие супружеские отношения с Рамачандрой. Но Рамачандра сказал, что извините, но в этой жизни это невозможно, но я обещаю вам, в следующей жизни я приду в форме Бахуджана Валабхи. И вот эту шлоку я много раз обсуждал. Сарвшакти Кришна. Если у вас есть сознание, представление, телесное представление, думаете о себе, что я женщина, а вот он мужчина. То есть, если у вас есть телесное представление о жизни, то вы не можете совершать Кришна-бхаджан. Даже анартхи, если не ушли. Если анартхи и такие... То есть, если недостатки не дошли у нас, как можно совершать Рагануга-бхаджан? И в итоге ничего хорошего под именем Бхаджана не произойдет. И таким образом Рагануга Бхакта, Рупануга Бхакта, это очень редкое, нечто очень редкое. И вот Санатан Госвами Пад, он дает нам нектар, капли нектара, и Рагунатх Дас Госвами пишет. И наша Гурвага, как Шрила Прабхупад Бхактивинода Тхакур. Можно вспомнить, я писал, Шрила Бхактивинода Тхакур плачет перед Джаганнатхом: «О Прабху, я пытаюсь изменить настроение этого общества. Я пытаюсь
я немного достиг успеха. Но что случилось опять? Шрила Бхактивинода Тхакур плачет перед Джаганнатхом. О, Прабху, и по твоей милости я достиг успеха, чтобы изменить настроение обычных людей. Они вроде слушали мои слова, я пишу так много книг по твоей милости, ты помогаешь мне все это делать, все писать так много, харикатхи так много. Всего я делаю, что опять случилось? О, Джаганат, что случилось опять снова? Я нахожу, что все, люди опять отклонились куда-то не туда. И мое сердце, оно разрывается от боли. И Джаганатх явился во сне. О, мой возлюбленный, имей терпение. Это Кали-юга. Это век раздоров, Кали-юга. Это век борьбы и раздоров. Тут я не хочу денег, гирлянд, славы и всего остального. И все же они спорят со мной. И это Кали, это век раздоров. Махапрабху говорил, имей терпение, это Кали-юга. Век раздоров. И мы не можем ожидать, что как-то по-другому будет происходить. И лучше приди в мою Пурушоттам Дхамму. И место, где я танцевал с Харидасом, с его телом перед тем, как погрузить его в самадхи. И вот с моего Харидаса мы поместили в самадхи там. И когда Бхагаван сказал, скажет таким образом, когда Бхагаван может сказать таким образом, что мой Шембаба, то тогда я достигну по-настоящему успеха, иначе нет. Когда Бхагаван скажет о нас, что мы его, это будет подлинный успех. Не до этого. Махапрабху говорит, то место, где погрузил моего Харидаса в самадхи. Почему бы вам не прийти сюда и не совершать харинам? Вы можете получить утешение. И тогда Бхактивинода Тхакур оставил все и пошел в Пурушоттам Дхамму. Там рядом с этим самадхи Харидаса Тхакур, Бхактивинода Тхакур плакал, повторил харинаму от Джаганнатха, что случилось, почему так происходит. И все же мы не лишены надежды, мы имеем надежду, поскольку мы помним, огромное количество энергии Рупа Санатана Джива Госвамипад, Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупад, они посвятили это, посвятили ее, так много наследия они оставили нам, и так и мы получаем множество разочарований. Все же мы имеем надежду, поскольку Шрила Прабхупад пообещал, что Бхактивинода никогда не остановится. Это единственная жизнь для меня. И вот я имею такую огромную надежду, что огонь, горящий внутри меня, может по милости Шрила Прабхупады Гуруваги, по милости Рупы Санатаны, кто может сказать, тот огонь, горячий внутри меня, я могу зажечь ваше сердце. Тот огонь, который горит в моем сердце, я хочу
зажечь этот огонь в вашем сердце, чтобы таким образом в этом мире мы могли проповедовать чувство Рагануга и Рупануга Баджана. И это есть подлинная проповедь. И сейчас я объясню более подробно вот эту шлока, что такое абишта. И вот то, что принес Махапрабху, и то чувство Рагануга Баджана, которое он хотел нам дать, это нечто очень сокровенное. Махапрабху хотел дать намек на Рагануга Баджан. И вот антаранга. Близкие преданные, про которого можно сказать, про кого мы можем сказать так, это Санатан Госвами. Почему? Поскольку Санатан Госвами, он имеет тоже Випралам Прабаву. Почему мы можем сказать, что Санатан Госвами, он близкий спутник Гуранги? Поскольку Лалита Саки, Вишака Саки, они очень близки к Радхаране. Значит, то чувство, которое развилось внутри сердца Радхарани, Радхарани плачет, она разрывается от чувств, и Лалита имеет такое же чувство: «О, Саки, почему ты плачешь?» Вишака Лалита, Чайтанья Чаритамрита, можно вспомнить, что Кришнадас Кавираж Госвами пишет. Махапрабху не может находиться. Рагунат. Рай Рамананда Сарабдамадар. Махапрабху не может жить дальше. Махапрабху, он чувствует огромное чувство разлуки, и мы знаем, это, наверное, наверняка. Это сокровенный Сиддханта. Мы знаем, что Бхагаван Шри Кришна пришел в этот материальный мир в форме Гуранги, украв сердце Радхарани и украв цвет ее тела. Но это значит... Что это значит? Это значит, Гуранга, он не отличен от Радхарани и Кришны. Я могу сказать, это Сиддханта, она очень точна. Тот, кто Гуранга, он же Радхарани. Как это? Поскольку и сердце Радхарани внутри его, и он же Кришна. Тот, кто Гуранга, Радхарани внутри него. Но все же Махапрабху никогда не говорил о себе как о Радхарани. Не совершайте ошибку с этой Сиддхантой, хотя мы знаем, что Гуранга Махапрабху Радхарани внутри Гуранги, но во всей лиле Махапрабху никогда не говорил о себе как о Радхарани, поскольку это настроение Майвади. Я не могу занять положение Радхарани, я буду наоборот следовать ей. То есть мы не должны никогда занимать место гуру. Это глупо. То есть, ну, можно, к сожалению, наблюдать такое. То есть можно видеть, что некоторые ученики забирают положение ачарьи гуру.
Но так получается, что они становятся обмануты. Обманщики становятся обманутыми. И вот Махапрабху никогда не хотел, не говорил, что он никогда не хотел занять положение Радхарани и не хотел выгнать ее и забрать ее положение. Это майвадская концепция. Это глупо. И Махапрабху поэтому никогда не говорил о себе, как о Радхарани. Махапрабху, он хотел показать настроение Радхадаси. Настроение Манджари Бхаджана. И Махапрабху также хотел вдохновить нас совершать бхаджан все время. Все, что Махапрабху говорит, делает, он является этим примером. Он хотел дать нам чувство Рагануга Бхаджана, Мадхур Рас Бхаджана. Махапрабху хотел показать нам Манджари Бхаджан. И вот Махапрабху, он хотел И вот Махапрабху хотел дать чувство этого Манджари Бхаджана. Но мы глупы и не смогли получить его. И вот близость, я говорил, близость не значит, что просто если кто-то меняет одежду, Гурудеву помогает, убирает, готовит, и, то есть это, те, кто близкое физическое служение совершает, это далеко не всегда значит, что это близкие спутники Гурудева. По-настоящему близкие спутники — это те, кто имеет такое чувство сердца, как их Гурудев. И когда у нас есть такое же чувство, как у Гурудева, это значит, что такой человек — близкий спутник Господа. Я приводил примеры в прошлый раз, что может кто-то носит воду для Махапрабху или готовит, то, но такие люди далеко не всегда становятся по-настоящему близкими спутниками. То есть даже не зависит от того, что человек мужчина, женщина, браман или кшатри, это не зависит от происхождения, иначе как, откуда, почему Мадхава Девидаси, она стала близким спутником Махапрабху. Внешне Махапрабху не общался с ней, но внутри она получила его милость. Рарамананда родился в низкой семье. И с чьей-то точки зрения он материалист и работает каким-то губернатором. И вроде какой-то материальный человек, но он был по-настоящему предан. Но Махапрабху говорит, он мой вечный спутник. Махапрабху, он попросил Рамананду, возвращаясь с Южной Индии, пожалуйста, приходи, мы будем находиться здесь вместе, о Прабху. Смотри, здесь со мной лучшие дяди, со мной всякие материалисты придут, лучшие дяди. Я буду идти за тобой, сейчас я решу все эти свои проблемы здесь и пойду за тобой. Ты можешь найти меня в Видьянагаре, я. Я уже попросил отпуск у царя, чтобы находиться с тобой все время.
И царь был доволен мной, сказал, что оставит мне зарплату и чтобы я находился с Махапрабху. И Сварупа Госвами — это Лалита Сакхи, Рай Рамананда Вишака Сакхи. Они утешают Махапрабху, поскольку Махапрабху страдает все время из-за чувства разлуки Випралам Прабхавы. Иногда он чувствует чувство Радхарани, но никогда не думал, не говорил, что я Радхарани. Махапрабху большинство, он показывал, он являл чувство Радхарани Сакхи Манджари, но все же Махапрабху никогда не говорил, что я Радхарани. Рай Рамананда Сварупа Дамодара не осознали. И они пили киртан, совершали киртан, и Рай Рамананда говорил Харикатху и Шлоки. И Сварупа Дамодара говорил, поспевал киртаны, написанные Чандидасом, Видьяпати. И все такие сокровенные киртаны. Внутри Гамбхиры. Внутри Гамбхира Мандира — это сокровенное место, где Махапрабху он обрел чувство Радхарани, и поэтому я говорил на Гуру Пурниму на эту тему. Нилачала в Раджа-Мадхуре, в Нилачал-даме. Бхактин такого сказал в Раджа-дама. А это Сикшетра. Это наивысшее чувство, это кшетра Випралам Прабхавы. И сам Махапрабху показал это, что Пури Шикшетра — это наивысшее место для Випралам Прабхаджана. Но мы глупы и не можем понять этого. Шрила Рупа Санатана Госвамипад, они... Махапрабху разрешил им находиться во Вриндаване, и он попросил их, чтобы они открыли и восстановили места лил Кришны. И таким образом все Госвами, они основали Шрити Шастры, Брихат Бхагаватам, и только Хари Бхакти Виласу написали множество комментариев к Бхагаватам, восстановили утраченные места лил Кришны. Рупа Госвами Патон показал, как нужно совершать подлинный Рупануга Бхаджан. Джива Госвами Патон, он Он представил шастру таким образом, что ни один майвади не смел ничего спорить, чтобы никто не смел оспорить учение Гауди Сампрадая. Это наивысшее сампрадая во всем мире. И вот они таким образом исполнили желание сердца Махапрабху. И Бхактивинода Такур делал то же самое, хотя Шрила Бхактивинода Такур и Шрила Прабхупад, они явились позже, но все же они вечные спутники Гауранги Махапрабху. Я могу доказать это на 100%. Шрила Бхактивинода Такура, он хотел дать нам полностью все учение Рупануга, Рагануга Бхаджана. Все киртаны, джава, дарма, читамриту, читани шикшамриту, бесчисленные книги. И вот Бхактивинода Такура, почему Бхактивинода Такура хотел показать нам сердце Махапрабху, и в процессе проповеди сознания Кришны мы не должны отклоняться от учения Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура.
Я могу показать вам Упадишамриту, те, кто не смогут следовать Гурудеву, и те, кто не смогут... То есть те, кто нарушают наставления Гурудева, выражают пренебрежение, неуважение, авторитетность учения Гурудева, то такие люди попадают в ад. И вот в... И вот это шлока, мы должны пытаться понять ее. И в то же самое время, кто такой Антаранга, то есть близкий спутник. И сейчас я возвращаюсь к учению Санатана Госвами Пада. Махараджа не получается говорить последовательно, поэтому перескакивает с одной на другую темы. И вот Санатана Госвами жил во Вриндаване и даже два дня под одним деревом не жил. И вот они всю жизнь посвятили тому, чтобы исполнить желание сердца Махапрабху. И вот Санатан Госвами для него, ради него в Раджавасе плакали день и ночь. И вот Санатан Госвами, он такой великий, в Раджавасе, ради него все другие в Раджавасе они плакали. Если Санатан Госвами, он не был в какой-то деревне, но поскольку он ходил в Раджадаме и посещал все эти деревни время от времени, и эти жители спрашивали, что ж тебе так долго не было, мы не можем жить без тебя. Ты спустя очень долгое время пришел, а мы, не видя тебя, умираем практически. Санатан Госвами утешал их. Санатан Госвами спрашивал, как вас поживаете? Я спрашивал, как они живут, как здоровье, как дела, кого там, где детей женили, замуж выдали, что происходит. То есть он говорил вроде о каких-то простых вещах. Хотя внешне можно подумать, что Санатан Госвами спрашивает какие-то материальные вещи. Но Санатан Госвами совершает баджан. Он может связать все с Кришна Баджаном. Когда Санатана Госвами говорит так, спрашивает, женили ли вы вашу дочь, и чем занимается ее муж, будущее и прочее. И смотрите, когда Санатана Госвами даже спрашивает такие вещи, он совершает Хари Баджан. И это секрет Хари Баджана в том, чтобы связать все с Кришной. Чтобы все связать с Кришна Баджаном. Кришна Баджан значит Нанда Нандан Кришна. Враджидра Нандан Кришна Баджан. Мы должны все связать с ним. И в Пурушоттам Даме, когда Харидас Такур, когда перед Харидас Такур Санатан Госвами говорит, Прабху приходит каждый день, обнимает меня, но у меня у меня проказы на теле, какие-то гной какой-то, и я не могу
потерпеть того, что Махапрабху прикасается ко мне. И вот он пожаловался Харидасу, и Харидас сказал, что после Радха-ятры что лучше уйти, чтобы Махапрабху не прикасался к тебе. И вот Харидас такого говорит, ну ты очень удачлив. Харидас такого говорит, ты очень удачлив. Махапрабху, он дал тебе место во Вриндаване. На самом деле Махапрабху дал тебе место во Вриндаване. Он позволил тебе находиться в Раджадхаме. Ты в Раджавасе. Он дал тебе такое сокровенное служение, чтобы обнаружить все места лил Кришны. Он дал тебе наставление утвердить Сиданту, Шрути Смрити, Раса Шастры. И ты очень удачлив, совершая это. То есть Харидас такого говорит, но мне Махапрабху не позволил жить во Вриндаване. Мне и Санатан говорит, что ты говоришь, ты ближайший спутник Шримана Махапрабху, поскольку Харинам он превыше всего. Харинам он превыше всего, а ты Ачарья святого имени, и ты таким образом наивысший, наиближайший спутник. И вот он сказал такую шлоку. И вот Санатан Гасай сказал Харидасу, что кто-то очень заинтересован проповедью, но сам ничего не делает из того, что проповедует. И вот Санатан Гасай говорит, что кто-то много проповедует, но сам не может следовать всему, только проповедует. А кто? А есть такие, которые всему следуют, все делают, совершают баджи, но не проповедуют. Но Махапрабху показал нам процедуру того, что и следовать всему, и проповедовать. Наш проповедь — это наш баджан. Наша проповедь — значит подлинный баджан. То есть у нас нет такого, что баджан отдельно и проповедь отдельно. Если говорю харикатху, это мой наивысший баджан. Я очень благодарен вам всем. Вы дали мне возможность говорить харикатху непрерывно. Я говорю харикатху. Я помню о Махапрабху, и я очень благодарен вам всем. И вот Санатан Гасай совершает проповедь и совершает баджан. Харидас такого повторяет лак харинама, один громко, другой тихо. В смысле, первый слух, потом шепотом, и третий про себя. Это Харинам ради блага всех душ. Все дживы, они в тонкой форме. Так много джив, кто может сказать. И для их блага он повторяет Харинам. И вот Ачиноти в Вайпуране мы можем найти Ачиноти джас. Вот это шлока. Тот, кто сам утвердился в Шастра Сиданте в идеальном поведении, и тот, кто
И тот, кто помогает другим дживам, достичь совершенства и настоящая проповедь — это помощь другим достичь совершенства. Просто конкуренция с кем-то — это не проповедь. Проповедь — это помощь другим. Проповедь не значит соревноваться с кем-то. Кто может сравниться с проповедью Гаудия-матха? То, что сделал Бхактивинода Тхакур и Шрила Прабхупада, наша Гуру-варга, это вечно будет продолжаться, и никто не может как-то конкурировать или соперничать с ними. Если кто-то занимается этим, то они ничего не смогут сделать. Если кто-то выступает против Шрилы Прабхупады, то такой человек не то что совершенство не обретает, а просто в ад попадает. И вот смотрите, это шлока из Вайпураны. Тот, и вот можно вспомнить, я говорил о этой шлоке. Что такое Бхактилата Биджа? Я в один день могу обсудить, что такое Бхактилата Биджа. Сукрити ли? Баджанамуки Сукрити. Что? Что имеется в виду под этим Бхактилата Биджа? И вот можно вспомнить Дживататы, я говорил. В итоге я хотел доказать, что чувство, согласно нашим прежним самскарам, то чувство, которое я обрел от Гурудева, от Гуру Вайшнавов, то чувство служения Севы, чувство Севы, которое вложено Гурудевом в меня. И это зовется Бхактилата Биджа, то чувство Севы, что я хочу служить как Шрила Прабхупад, как Гурупад Падма. Это чувство, намерение может развиться Бхактилата Биджа. И она может насытить нас. И что это? И мы должны слушать Харикатху от нашей Гурварги непрерывно. Это будет поливанием нашего семени, чтобы оно росло. И услышав, мы должны принять эту Харикатху, переварить ее и воспеть ее славу. Шрила Прабхупада говорит, те, кто пришли ко мне, они не все заинтересованы в слушании Харикатхи. И те, кто пришли, они не заинтересованы в том, чтобы служить Харикатху, они зависят от своего разума, интеллекта, образования и статуса в обществе. В этом материальном мире каждый хочет обрести славу. Шрила Прабхупад говорит об этом. Я же опубликовал какие-то статьи. В этом материальном мире каждый заинтересован в том, чтобы быть популярным. Под именем проповеди они идут на компромисс с Шуда Бхакти. Шрила Прабхупад говорит об этом. Иногда под именем проповеди Кришна Бхаджана они идут на компромисс с Шуда Бхакти и не достигают успеха. Шуда Бхакти оно не может идти на компромисс с Бхактинодарой. И
Рагануга Бхакти, Рупануга Бхакти, они никогда не идут ни на какой компромисс с сахаджиями. И это главный признак чистых преданных. Что значит чистые преданные? Чистые преданные значит те, кто не идут ни на какие компромиссы с сахаджиями. Они есть чистые преданные. И те, кто... кто Рагануга Бхакти, чистые преданные, значит, они следуют полностью без всяких компромиссов, без всякого лицемерия, они есть чистые преданные, но чистые преданные не значат, чистая преданность не значит Рагануга Бхакти, чистая преданность — это открытый термин. Когда мы можем найти, что кто-то привязан к чувству к Махапрабху, а не сочетание Мадхабхишта, и вот согласно этой шлоке можем ясно видеть, кто близкий спутник Шрилы Прабхупады. И в том письме Шрилы Прабхупады к Бхактивинода Тхакуру там описывается, что спутник Махапрабху, тот, кто хочет исполнить желание Махапрабху. А если кто-то вместо того, чтобы проповедовать слово Махапрабху, он проповедует о себе, то это не настоящая проповедь, абсолютно истина. Это не что-то дешевое, что просто крича или занимаясь какой-то политикой. Абсолютная истина — это не нечто дешевое, что можно как-то ее скрыть или заставить замолчать или еще что-то, как можно видеть, что некоторые люди пытаются как-то скрыть абсолютную истину, как-то ее задвинуть куда-то, но нет, абсолютной истины — это тот самый Верховный Господь. И если вы хотите ее как-то скрыть, то это глупо. Вы не можете уничтожить абсолютную истину, поскольку абсолютная истина значит это Бхагаван Абсолют. Абсолютная истина значит Верховный Господь не отличный от Него. Я могу долго говорить о славе Санатана Госвами, но времени мало. Сейчас будет на хинди харикатха. И вот вся слава лотосным стопам Санатана Госвами. Без незапамятных времен мы не сможем отплатить Санатане Госвами. И вся слава этому дню Гуру Пурнимы. Почему? В этот день Гуру Пурнимы мы проводим общую пуджу, пуджу Гуру Татве. Сегодня у нас есть возможность совершать общую Гуру Татва пуджу. Что это значит? Чей-то Гурдев родился в день Уттана Экадыша, Гургишвадас Бабаджи Махарадж, он оставил тело точно в этот день, как кто-то родился, явился. И наш Мадхава Госвами Махарадж явился в этот день.
И вот различные тетхи приходят к нам, чтобы благословить нас. Различные вайшнава тетхи, будьте уверены насчет этого. Мы, может, не можем видеть, но все эти тетхи, мы не можем их как-то олицетворить, но они приходят, как я говорил, Веданта в такой в персонифицированной форме возносят молитвы. И вот они возносят молитву Верховному Господу очень прекрасным образом. Когда и как мы можем воспевать такие киртаны? И придет день такой. Мы должны ждать тот день. И вот эти тидхи также в персонифицированной форме не приходят. И сегодня день ухода с Санатана Госвами. Он дарует нам надежду обрести чувство Рагануга Баджана. Поскольку он ушел из нашей жизни, мы должны понять, что в форме Вани Сварупы мы сможем обрести Санатана Госвами в нашей жизни. Он не потерян. Несомненно, он с нами, но в форме Вани Сварупы. И это та же Гуру Пурнима, она дарует нам возможность чувствовать, почувствовать так. И в то же самое время Санатан Госвами отошел из этого мира. И этот вопрос Випалам Хабавы может задеть наше сердце. Если мы вообще человек, а если не человек, то нет другого вопроса. Все враджаваси плачут. Все враджаваси плачут. Они бреются в этот день. Согласно ведическим правилам, если ваш отец или мать оставили этот мир, то нужно побриться. И все враджаваси, они в честь того, что их отец, мать, ближайший друг Санатан Госвами ушел. Санатан Госвами, он был для них отцом, матерью, другом, родственником и всем остальным. И поэтому они из-за огромного уважения к нему совершают Говардхан Парикрама. В честь Санатаны они совершают Говардхан Парикраму, в честь Санатаны они плачут все время и бреются в его честь. Наш Гурупад Падма, мой Гурупад Падма, ваш Гурупад Падма, все они являются в различные титхи. Как Мадхава Госвами как раз родился в день Утхана Экадаши, мы отмечаем этот день. Гуру Вайшнава, они являются в различные титхи, чтобы благословить нас. И если мы будем отмечать день явления нашего Гурудева, это хорошо, несомненно. Если я отмечаю день явления моего Гурудева, это тоже хорошо. Есть индивидуальная Гурудатва, и Гурудатва на такой индивидуальный Гуру. Гурудатва, она всегда едина и неделима. И таким образом, но все же, то есть есть Гуру-татва одна и неделимая, но отдельный гуру является в различные
дне. И все четыре сампрадая, Мадхвачарья, Нибарки, Вишну с вами, Рамануджа сампрадая, они все эти четыре авторитетных сампрадая. В Падмапуране мы находим такие слова. Если мы получаем мантру от такой сампрадая, которая не имеет связь с четырьмя авторитетными сампрадаями, то ничего не получится в нашем баджане. Мы должны иметь связь с авторитетной сампрадаей из этих одной из четырех. У нас должна быть связь с авторитетной сампрадаей. У меня есть связь с Мадхва-гауди сампрадаей. Например, какие-то вайшнавы имеют связь с Рамануджа сампрадаей. И какие-то преданные с Вишну с вами сампрадаи. У кого-то есть связь с Нибарка сампрадаи. Чтобы выразить почтение общее Гуру Татве, пытайтесь понять четыре сампрадаи. Во всех четырех сампрадаях, вне зависимости от убеждения, касты и прочего, где бы они ни родились, это не столь важно. Как Рамануджачарья говорит, он громко говорит, и вот Рамануджачарья говорит, он мой гуру, Шатакапа, кто он? Он великий преданный, вечный спутник Ранганатха, Шатакапа его звали, а внешне он являл лилу Инвалида, но он был великим преданным. Рамануджачарья говорил, что он мой гуру. Тирупан Аллах, кто родился в очень низкой касте, он тоже мой гуру, да. Гуру Татва, она не такая татва, которую можно спорить. Это глупо. Гуру Татва — это не нечто дешевое. Кто-то кричит, мой гуру, ваш гуру — это глупо. Рамануджачарья говорит таким образом, Тирупанадва, мой гуру, и вот тот тоже мой гуру. Пытайтесь понять Гуру Татву, то, что я начал, стих шлок, с той шлоки, что пока мы не можем увидеть красоту лотосных стоп Рупы Госвами Пада, пока мы не сможем увидеть красоту лотосных стоп Санатана Госвами Пада, мы не сможем изменить наше скверное сердце. Однажды один преданный Данудас, я могу практически пример привести, иначе кто-то скажет, что я ложную философию говорю. Нет, я рассказываю мои чувства, я не говорю никакую философию, я пытаюсь показать вам прямой пример. И Рамануджачарья, он великий ачарья. Однажды ученик Рамануджачарья, Данурдас, Бхарати Махарадж часто говорил о нем. И вот он был очень привязан к своей жене. Он очень любил, любовался и постоянно глаз не мог оторвать. Когда парикрама происходила, он нес зонтик над своей женой и шел сзади, чтобы наслаждаться ее красотой. Однажды ученик Рамануджачарья сказал, что этот Данурдас очень глуп,
очень так себя ведет неуважительно. И, пожалуйста, пролейте на него свою милость. Он всегда смотрит на свою жену так сильно привязан к ней. И Рамануджачарья засмеялся хорошо. Идите. И однажды Рамануджачарья позвал Данудаса с женой. Нет, без жены приходи. И вот возьми Данудаса, иди к Ранганатху. Я молюсь ему, чтобы этот глупец, который привязан к мирской красоте, о, Ранганатх, почему бы тебе не явить свою трансцендентную красоту ему, чтобы он потерял вкус к материальному. И вот Рамачарья замолился Ранганатху, и Ранганатх из Виграхи показал свою подлинную красоту. А Рамануджачарья мог видеть и Данурдас по просьбе Рамануджачарьи. Вот, когда он увидел, он был удивлен. И с тех пор он уже не смотрел на свою жену. И с тех пор он из Тека Шлок из Гиты. Когда мы сможем увидеть великолепие Рупа Госвамипада, естественно, и другие дешевые расы, кто-то стремится к деньгам, но это глупо. Я знаю, многих преданных собирали деньги, в итоге умирали, но деньги были в банке, поэтому доставались либо банку, либо правительству, и такой статус бхакти. В тот день я говорил, что Прабхупад не может сказать. Даже о Вамане Госвами Махараджи. Божество Вамана Госвами Махараджа разговаривает со своим саваком. И Пуджари говорит с Гурудевом внутри комнаты, и такая любовь у нас должна быть к Гурудеву. И вот иногда бывает, что Божество оно говорит со своим саваком. И также божество Шрилы Прабхупады, оно говорило с какими-то преданными. Махараджа говорил однажды, что один преданный Рамануджачарья попросил Гурудева: «О, Гурудев, вы далеко живете от меня, я хочу обрести ваш виграху». И Рамануджачарья сделал виграху, дал этому преданному. Смотрите, Рамануджачарья, он еще не оставил тела, он еще был в этом мире, являл лилу, но все же Рамануджачарья, он сделал собственное божество и отдал это божество этому преданному. И этот преданный находился далеко от Рамануджачарьи, он был домохозяин. Но говорится, что описывается, что это божество, если какие-то проблемы насчет баджана возникали, то этот преданный Рамануджачарья, он говорил с ним. Гурудев был далеко, но он мог задавать вопросы этому божеству, это факт. Вот преданный, он говорил с божеством Рамануджачарья, что Гурудев такая ситуация, и что же делать? Не каждый может поверить, но так описывается там. И внешне можно найти то, что преданный Грихаска, он живет далеко от Рамануджачарьи, но мы можем сказать, что хотя преданный живет далеко от Гурудева, от Рамануджачарьи, но все же он близкий, его спутник, он домохозяин, живет далеко, но все же он близкий спутник Рамануджачарьи. Он знает сердце Рамануджачарьи.
его сердце в гармонии находится, и таким образом это мала Мадхава Девидаси, женщина, живет далеко от Махапрабху, и что толку? Ну, что, это не мешает ей быть близким вечным спутником Махапрабху. И таким образом мы должны осознать, что наш Гурудев — явление нашего Гурудева, когда мы его отмечаем, это зовется Гурудев является в различной форме Садгуру. Гурудев может прийти в различных формах Садгуру в этот мир, чтобы спасти обусловленных душ. Гурудев Баларам Акар Гурутатва, он приходит в этот материальный мир в различных формах Садгуру. И вот он принимает форму Садгуру и Баладева. В форме Баладева он приходит и может прийти в нашу жизнь, как Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж. У нас есть возможность поклоняться ему в день его явления, или я могу поклоняться в Чатурдхи, день явления Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа перед Дурга Пуджи. И это вся Гурутатва, она индивидуально приходит в нашу жизнь, то мы можем поклоняться Гурудеву и так индивидуально каждому. Это зовется индивидуальная Гуру Пуджи. Но хотя вся Гурутатва, она изначально едина, а сегодня Титхи, Гуру Пурнима, мы поклоняемся общей Гурутатве. Может, какой-то садгуру пришел с Мадхвачарьи Сампрадая, или Рамануджаджи Ачарьи, или с другой авторитетной Сампрадая. Но сегодня это день, когда мы поклоняемся всем и сразу. Сегодня тот день, когда мы поклоняемся общей, всей единой Гурутатве. Это великолепие этой Гуру Пурнима. Если вы не понимаете, то что толку от этой Гуру Пурнимы, бесполезно ли она? Если мы не понимаем значение шалаграммы, то что толку от него для нас? Какое благо мы можем обрести? Если кто-то думает о шалаграмме, как у камня. Если мы думаем так, то что он может сделать в нашей жизни? И таким образом, если мы понимаем важность шалаграмма, то сам Дамодар Бхагаван явился в этой форме, в шастрах говорится, в различных местах. Шалаграм Гирирадж Махарадж, он... Мы должны... И что толку от Гуру Пурнимы, если мы не понимаем татвы? Что делать, как делать, когда делать? То есть мы должны понять значение Гуру татвы, Гуру Пурнимы, чтобы заниматься нужными, правильными делами и не терять свою жизнь зря. Мы не должны терять даже часть секунды. Материалисты говорят, что время — это деньги. Но мы, Гауди, мы говорим, время — это баджан. Материалисты, они майавади, и в одежде преданных можно видеть, ходят. Вроде Харинам повторяет, но не майавади, поскольку говорят, что время — деньги. Но с нашей точки зрения Шрила Прабхупада говорит, нет, время — это баджан.
мы не должны ни секунды времени не терять в своей жизни, иначе мы потеряемся в баджане и не сможем обрести совершенство, особенно если наше сердце осквернено и запутано. Если вообще мы могли бы увидеть сердце Шабари Риши или Аджамила, или Яяти, я могу обсудить эту тему впоследствии. Это было хорошо, поскольку они не находятся, не пойманы моей Шабари. Шабари находилась в ловушке Майи. Яяти и Пурава, они тоже осознали, что они находятся в ловушке Майи. Аджамила тоже поняла. И мы также, но разница между Аджамила и нами какова? Или разница между Шабари Риши или Яяти и нами? Основная разница в том, что наше сердце запутано, а их нет. Они молятся Бхагавану, спрашивают, что же делать. Они осознали, что они попали в майю, что 60 тысяч лет совершали баджан и потеряли свой баджан из-за влияния майи. Как же это потерпеть? И вот Шабари плачет, и Яяти плачет, поскольку их сердце не запутано. Может быть, вы находитесь в майе, но я хочу видеть, что ваше сердце чисто. Я не хочу никаких пожертвований от вас, а лучше пожертвование своего, да, посвятите свое чистое сердце мне. Это лучшее пожертвование будет. Можете ли вы это сделать? Это моя просьба, но далеко не каждый может это сделать, и это главная разница, что их сердце было чисто, и поэтому так или иначе, хотя они были в майе, они были прощены, спасены, а наше сердце очень сложно и запутано. И таким образом мы разрушаем свою жизнь, что говорить больше. Вайрагга йога бхакти расам праятнай рапаяят мам анувишшу манням фало кипам мудирьят парадукша духи тванг санатанам прахум асраями банча калпатурусе ке пасинду вача патитанам бхавана павишнабью. I couldn't discuss that, you know, someday I can discuss, I forget. Because so many discussion I cannot do at a time. You can remember that day I was speaking, na? Acharya dharmam paricharya visnum vicharya tirthani vicharya vedano vinana gaura piya pada sevanam vedadi duspapadam vidanti vancha kalpatirvasikapasana. I can discuss this sloka someday. But try to grow your interest in Hari Bhajan Hari Katha to go ahead vancha kalpatirvasikapasana.